Добрый вечер, друзья. Будем потихонечку начинать. Добрый вечер. Здравствуйте, я вас не вижу, у меня дико слепит вообще свет. Освещение дико слепит. Добрый вечер, потихонечку будем начинать. Вот. Начинать будем не сразу, потому что, как, наверное, многие знают, у нас сегодня как бы презентация альбома, но это такое условное довольно-таки, да, потому что, ну вот, альбом, он где-то в воздухе вообще витает, можно в интернете его, например, выложить, ну, то есть это все условно, вот поэтому, но у нас есть какое-то количество физических носителей для того, чтобы сделать эту церемонию действительно, вот, так сказать, и так как действительно эффективный и настоящий, а так как мы заявляли то, что мы будем диски раздавать, но мы решили их разыграть, вот, и поэтому у нас есть 7 дисков, вот, собственно, это весь тираж, который мы записали, вот, и, собственно, все 7, весь тираж, то есть все 7 дисков мы хотим вам подарить, вот, но, ну, конечно, не просто так, а на конкурсной основе. Я не очень, честно говоря, умею, поэтому прошу меня поддержать аплодисментами. Я первый раз в жизни что-то разыгрываю со сцены, честно говоря. Вот, первый диск мы хотели подарить людям, которые первые пришли на сегодняшний концерт. Пусть они сознаются сами. Вот, скромные девушки за самым ближним столом. Вот, ну, я видел, и мне сообщили охранники, что по видеокамере. Они засекли, что девочки первые на долю секунды раньше занесли ногу, чем вот молодой человек, который справа там махал, да, чем-то. Поэтому первый диск нашего альбома уходит. Отлично. Вот, конкурсов я тоже особенно не знаю, поэтому второй диск давайте подарим тому, у кого сегодня день рождения, например. Есть такие люди? День рождения. Завтра, кого меня сегодня? Завтра. Так, сегодня ни у кого. У кого завтра? Свадьба. У вас свадьба за стенкой? Нет? А, нет, просто меня попросили за стеночкой отложить один диск. Если это не вы, тогда подождите пока. Завтра день рождения, друзья! Более того, это мой друг детства Андрей Гурчев. Мало кто знает. Дальше по-быстрому еще разыграем пятерочку дисков. Сколько человек будет сегодня на сцене? Вот молодой человек сказал 9. Я, честно говоря, не знаю. Поэтому надо прикинуть. Женек, ты пойдешь сегодня? Надо подумать, мы не знаем. Так, сейчас. Значит, эти 5 и эти 4. Мне кажется, 9. Действительно, 9 человек. Ну, не факт, что это будет так, то диск мы подарим все равно. Вот, следующий вопрос у меня такой. Кто знает, в честь чего названа группа Сальто? Кто знает? Вот, оттуда раздается правильный ответ. В честь чего, Аня? В честь фильма. Не оценили, по-моему, нужно еще раз повторить. Действительно, в честь фильма, на самом деле, серьезная история. Вот, я был очень впечатлен вот, с моими друзьями фильмом польского режиссера Тадеуша Конвицкого с одноименным названием «Сальто». И просто подумал, что это вообще классное название для проекта. Со временем это так оно и получилось. Вот. И поэтому диск уходит. Самым юным. Меня попросили от музыканского крыла задать вопрос.
Как называется правильно инструмент, на котором будет играть наш контрабасист? Сейчас, подождите секунду. Он сам не знает. А вы знаете? Кто знает? Олег, помощь зала. Никто, внимание, никто. Представители Ямахи есть здесь, в зале? Это Ямаха. Ну, что, никому, неужели никуда не уйдет диск? Вот я вижу руку. Ну что, как называется инструмент, друзья? Ну почти, это как бы контрабас, но он не контрабас. Электронный контрабас. Кто сказал электронный контрабас? Вот, вот наш победитель, по-моему. Действительно, электронный контрабас, друзья. Дима, теперь мы знаем, как он называется. Вот. Ну, собственно, у меня кончились конкурсы, друзья. Скажите, у кого нет диска, кто хочет просто диск? Свадьба, слушайте, ну, сами понимаете. У кого свадьба? Ура, друзья, товарищи! Давайте пожелаем, вы сами понимаете. Не буду вслух произносить. Слушай, ну один диск уходит неизвестному имениннику. Которому придется за ним подняться на сцену, чтобы нам стало о нем, по крайней мере, неизвестно. А, говорят, что все пришли к нему на день рождения, оказывается. Это действительно так? Друзья, итак. Приветствуйте, Максима. На самом деле очень непросто нам дался этот альбом. Где-то 2,5 года, наверное, мы его как бы готовили, записывали, придумывали материал, то есть и как-то вот мыслили как единое целое, поэтому нам очень приятно, что вы здесь собрались. Мы будем потихонечку начинать. И давайте пожелаем Максиму хорошего дня рождения в нашей с вами компании. Давай поприветствуем музыкантов, который сейчас потихонечку будет подтягиваться, я думаю, надеюсь, он перестанет. Thank you.
Thank you.
Спасибо, друзья. Мы на самом деле очень благодарны, что вы пришли, потому что мы действительно давно не давали концертов в Москве. И здесь еще выпуск альбома, плюс мы долго путешествовали, мы ездили на Балканы, ну, для тех, кто не знает, полтора месяца мы там играли музыку, и в Москве как-то вот мы так и не сыграли какого-то большого концерта. И очень здорово то, что вы все пришли, что вы помните про нас, потому что мы уже давно действительно этого не делали. Спасибо вам большое, от вас прям веет тепло дома. Спасибо. Thank you.
захочется вдруг встать, упустить этот пляс, не сдерживайте себя. Позвольте себе. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
the prophets of the universal space. That's my noble grace. We stand eye to eye and face to face, ready to rearrange the grace. In this case, I would like to change my case, of course, cause grandpa will never force. We'll snooze while we listen to the TV news. The robots, they done got a fuse. Impulse, impulse, and redirection. Visible connection. We stand eye on that phone, ambitious election. That's the section with the dream. We won't let the self-esteem. Is the tension you meant to know my dimension? It's recreation to the facilitation, recreation to the facilitation, recreation to the facilitation. Is that tension? Pay attention to the global stuff. Get that well enough, well enough, well enough, just well enough, well, well, well enough, just well enough, yeah. Well enough, just well enough, well enough, ah, yeah. Добрый вечер еще раз всем, кого не видел. Кого не видели, добрый вечер, вы здесь с нами. Нас очень плохо видно, здесь нас слепят, поэтому, может быть, мы лучше вас услышим. И здесь... Хотел, так как мы играем, в принципе, последний трек, хотел представить музыкантов, которые... По крайней мере, сегодня у нас в гостях, а именно Рамиль Шамсутдинов, тромбон. Дедуля, микро. И скретч-мастер Антон, запросительный сзади меня. Это еще не все гости на сегодня, мы немножечко продолжим. Спасибо вам большое, что вы с нами. Очень приятно играть. Просто супер. Мы продолжаем. Спасибо. Thank you.
Сука! Ого! Это будет и за себя. Серьезно, мама. Thank you.
Thank you.
сегодня, наверное, как никогда, очень много гостей на этой сцене. И спасибо им, мне кажется, надо их как-то... Давайте всех поздравим. Чтобы на всех посмотреть, хорошо разглядеть. Вот, с ними какое-то маленькое чудо тоже пришло. Аплодирую вам. Спасибо вам большое.